снимаешь? Так кто ж там ходит? Уйдите с кадра, уйдите с кадра, уйдите с кадра. А мы начинаем наш новый проект. Это секрет фермы. Проект. Мы начинаем наш новый проект. Это секрет фермы. А, она закончила. Я могу ей сейчас принести еще, тогда она не уйдет. Давай, давай. Мы сейчас потренируемся. Которые выбрали для себя непростой путь, а может быть он и простой, по запуску собственной фермы. Животных, понял? Только в этот момент вот ты... Она сейчас уйдет все равно, я так понимаю, да? Нет, она никуда не уйдет, давай, я ее сейчас, собственно говоря, заведу. Да, а мы сейчас потренируемся. Пойдем. Мы сейчас потренируемся. Мы будем вместе с нашими фермерами учиться выполнять простые фермерские операции и разбираться... Мы сейчас потренируемся. Да? Ну да, я же эту козу беру. Мы готовы. Одену. А спит. Я так должен быть с тобой? А, не-не-не, ты должен на кухне спрятаться. Все, давай. А ты поставь же туда, куда доить. Параллельно с достаточно серьезными юридическими и маркетинговыми вопросами. Сейчас вот закрою дверь, и мы сейчас отработаем это. Я как раз сейчас речь отработаю. И ни из чего мы не будем делать никакого секрета. Это просто...